Крайний север, Баренцево море. Мы с удивлением наблюдали однажды, как вышел на ветреный берег лось-великан, спасаясь от гнуса. Откуда мог появиться таежный зверь в глубокой тундре? Природа севера сурова и однообразна. И трудно себе представить, что всего в сотне километров от Ледовитого океана есть река, на берегах которой шумят леса, и живут в них таежные звери и птицы. С нетерпением мы ждали часа, когда среди седых пространств малоземельской тундры, как оазис в пустыне, возникнут живописные каньоны Сулы, острова темно-хвойных лесов и светлоликие березовые рощи. Здравствуй, Сула! Здравствуй, река тундры! Говорят, весной в большую воду грозен и могуч бывает подун водопад на Суле. С запада на восток пересекла она северный Тиман, пробившись сквозь базальтовые скалы, чтобы устремиться дальше на север, к Печоре, к океану. Отсюда и начнем мы наше путешествие с кинокамеры. Тиманский хребет называют старшим братом Урала. Начавшись у каменного пояса, пересек он на северо-запад тайгу и тундру. Сула – река загадок. И главное из них – как и когда возник здесь лесной оазис таежной уральской природы? Как сохранился и выжил вопреки климату Крайнего Севера? По глубокому каньону течет Сула, то спокойная, то сердитая. Внизу, в пойме реки, куда не достигают лютые ветры и глубокие снега зимой, стоят высокоствольные мачтовые ели. А там, наверху, за лесом, на открытых всем ветрам пространствах тундры, деревца низкие, словно по земле стелются. Thank you.
Так защищает Сула свои леса плечами скал, не дает их выжечь студенным ветрам и морозам. Сула – река контрастов. Самое причудливое соседство растений встретите вы на ее берегах. Рядом с полярной хризантемой прекрасно растут всем нам знакомый зверобой, грушанка, пижма, другие цветы, родина которых за 1000 километров отсюда. А за гранью леса седые мхи заполнили открытое пространство. Ягель – основной корм северного оленя. Следы медведя и лося здесь столь же привычны, как и следы оленьих стад. А птиц на Суле неисчислимое множество, и перелетных, и оседлых. Значит, есть в самом микроклимате Сулы нечто способствующее буйному развитию жизни. Сула – природная лаборатория. Об уникальном палеонтологическом музее на ее берегах еще в прошлом веке с восторгом писал известный исследователь Тимана, геолог Чернышов. Миллионы лет назад здесь бушевали волны Великого Пермского моря. Окаменевшие кораллы, губки, позвонки древних рыб, многочисленные виды моллюсков и иные формы доисторической жизни бережно хранит Сула в береговых отложениях. Самый пристальный интерес к реке и ее притокам у геологов. Древние горы Тимана, как и Урал, кладовая полезных ископаемых. Но надо их найти, понять, как и когда они образовались, определить запас.
На севере осень наступает быстро. А таежные растения словно бы приспособились и подчинились законам тундры. Успевают отцвести и дать плоды за короткое северное лето. Сула – река историческая. Еще в давние времена пролегал вдоль реки зимний путь с Мезени к Пустозерску, на Печору. 300 лет назад первые русские поселенцы основали здесь село Коткино. Завезли сюда коров. И теперь у местного колхоза немалое стадо, несколько сот голов, свой маслозавод. Есть у него и свои рыболовные суда, и овощи здесь выращивают свои. И это в сотни километров от Ледовитого океана. Метеостанция в Коткино обслуживает не только летчиков и моряков Севморпути, но и оленеводов. Следить за состоянием ягельных пастбищ, снеговым покровом в тундре – тоже ее заботы. Такова Сула-река. Словно бы сама природа творит здесь невиданный по размаху эксперимент. И потому таежный оазис в малоземельской тундре необходимо сделать заповедным. И не только для науки, для нас самих, для наших детей и внуков.